Дорогие друзья, сегодня 12-й день месяца Элуль. Мы знаем, что каждый человек, который что-то нам говорит в нашей жизни, неважно, нравится нам или не нравится, является для нас посланником от света. Он имеет для нас какое-то особенное послание. Но очень часто мы очень заняты в нашей жизни, мы всегда куда-то бежим, мы всегда чего-нибудь делаем, и мы не всегда слышим. И более того, в наших повседневных разговорах мы заняты уже следующей мыслью и не всегда умеем выслушать другого человека. А иногда бывает так, что человек очень нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке. И не потому, что мы это делаем специально, но мы всегда бежим дальше и не замечаем, что, может быть, нужно было его поддержать. Поэтому сегодня, дорогие друзья, обращайте дополнительное внимание на ваших собеседников. Что они вам говорят, в чем они нуждаются. Не бегите на следующее дело, не бегите к следующей мысли. Не думайте о том, что важно вам им передать, а концентрируйтесь на том, что важно ему. Может быть, ему нужна поддержка или помощь, или просто, чтобы вы его выслушали. Всем удачи и хорошего дня!